Легковушка двигалась со стороны Нефтекамска в сторону Дюртюлей. По версии следствия, водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик. 24 февраля текущего года в утреннее время на 87-м километре автодороги Дюртюлей-Нефтекамск жительница города Нефтекамск 74-го года рождения, управляя личным автомобилем марки Hyundai Accent, не обеспечив безопасность движения и не справившись с рулевым управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем марки МАЗ под управлением жителя Тульской области 76-го года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Hyundai Accent от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.